Свои награды за лучшее сочинение получили сегодня школьники из Кирова и районов области. Они участвовали в конкурсе «Подвиг героев». Он проводится уже 5 лет по инициативе депутата Госдумы Рахима Азимова. Кто они, юные, талантливые кировчане, смотрите в нашем следующем сюжете. 10 юных кировчан написали самые трогательные сочинения о героях войны. Всего в этом году в конкурсе «Подвиг героев» участвовали 1500 ребят. Их авторы из Верхнекамского, Шабалинского, Белохолуницкого и других районов области. Конкурс сочинений стал традиционным. Он проводится уже 5 лет подряд. Сегодня, в День героев Отечества, ребят поздравили и наградили инициатор конкурса, депутат Госдумы Рахим Азимов и герой России Владимир Шаманов. Благодаря вам, вашим работам сохраняется память о героях нашей страны. Хотел бы слова благодарности сказать вашим учителям, родителям, вам всем за то, что вот вы такие уже молодые, но уже победители. К словам благодарности и поздравлениям присоединился и герой России Владимир Шаманов. Он отметил, что после Великой Отечественной войны в нашей стране было около 12 тысяч героев Советского Союза. Сегодня их осталось 11. Память и уважение к людям, ковавшим победу, самое ценное. Я от имени геройского сообщества вас поздравляю и нисколько не сомневаюсь, что вы, умеющие трудиться и достигать цели, приобретете еще немало других побед, которыми будут гордиться ваши родители, одноклассники и друзья. Победителям конкурса сочинений вручили ноутбуки и многофункциональные устройства. А лучшие творческие работы опубликованы в сборнике сочинений.